Что такое доброта? Доброта – это когда не ссорятся. Доброта – это когда ты помогаешь вот бабушке пройти через дорогу. Поступки добрые, когда человек помогает людям заносить тяжелые грузы. Когда ты улыбаешься, а когда грустишь, не надо грустить. Когда взрослым надо выступать в автобусе. Кто-то делится, помогает друг другу. Еще вот не обязаюсь природу. И вот бузы коровки помогают перевернуться язычку. И подносят девочкам цветочки. Помогают людям, завершают хорошие поступки, помогают родителям. Какого человека можно назвать добрым? Человек, если кто добрый, его называют добрым. Кто-то спрашивает кого-то, чтобы он поделился. Если он делится, он добрый. Если не делится, то он злой. Кто всегда помогает людям, когда им тяжело. Можно его удать, потому что он хороший, он любит людей. Любят животных. Который не ошибается, не дерется. Можно чего-нибудь спасти. Например, помочь другу выбраться из трудной минуты. Какие добрые поступки ты совершал? Я папе помогала мыть посуду, чистить стол, стекла и... Я ей помогал варить блины. А я пылесосил. Убирала игрушки. Стилала маме постель. Например, уступить место пожилым людям. Еще можно помогать маме, когда ей тяжело. Или занести что-нибудь тяжелое помочь. Занести пакет с едой. Постирать, помочь. И еще чего-нибудь построить.